Жукова огромный авторитет. Лаврентий, а у тебя есть авторитет? Думаю, что есть. Нет у тебя ничего. Меня боятся, а тебя не уважают и не любят. Ненавидишь ты всех. Абакумова, Жукова, а меня, Лаврентий, товарищ, всех ты ненавидишь. Что у тебя за душой? Страх. Страх – сильное чувство. И ненависть – сильное чувство. А от страха и ненависти тоже рождается такое чувство. Народ счастье хочет, страха не хочет. Жена на него написала, вот, смотри, а он как жил с двумя, так и живет с двумя. Получается, он двоих любит, а ты, Лаврентий, никого.